Как обратиться в скорую помощь по частной страховке? Показываем на примере Валенсии. У нас два основных госпиталя – Кирон и Имед. Отправляемся в Кирон. Главный ресепшн нам не нужен. Проходим там, где написано «Urgencias». Предоставляем свою карту клиента страховой компании и документ, который удостоверяет личность. Вам выдадут номер клиента, такой браслет, который нужно прикрепить на руку. Далее на экране отслеживаем вашу очередь. Прежде всего вас отправят в медицинскую сортировочную, называется триахе. Если ребенок до 15 лет, то обращение в педиатрию. Далее вам снова дадут номерок и нужно будет ждать специалиста, который вас примет, обследует, проведет аналитику и, если нужно, даже накормят. Если вы оформляли полис с нами, ничего доплачивать не нужно, вы просто предъявляете свою карту клиента. Предварительную запись в скорую помощь брать не требуется, вы приезжаете и ожидаете в порядке живой очереди. Такие скорые помощи работают круглосуточно в больших медицинских центрах и госпиталях.